Так, разгибаем. Болит? Угу. У тебя реально болит? Да. Да я же вижу по лицу, что болит. А чего вы не заходите к нам вовремя? Я когда еще говорил? Когда уезжал в Киев 20 лет тому назад, заходите. Nicolae Racovcean este medic, chirurg, proctolog, endoscopist. După 22 de ani, timp în care a locuit și a muncit în Kiev, doctorul a revenit în Republica Moldova. A lăsat în Ucraina totul, casă, propria clinică, rude, prieteni și amintiri. Și-a luat familia și a revenit la Baștină. Nu mrăcină. Ugrăjaie și veci, mă ciustuie și ugrozul жизни. И не только себе, а и здоровью своих близких. Если б не близкий, я, может быть, еще и остался бы там до какого-то времени, не знаю до какого, но... Из-за того, что вот родных надо было спасать, поэтому рванули оттуда. И гражданство Молдовы помогло. Николай Раковчан есть оригинар дин Кирсова, автономия Гагауза. Și-a făcut studiile la Universitatea de Medicină din Chișinău, pe care a absolvit-o în anul 2000. Я бы не бросал бы, если бы не война, а так, извиняйте, что там делать? Народ поразбежался, поразъезжался, поэтому там очень грустно. Revenit la Comrat, a decis să-și revadă foștii colegi de la Spitalul Raional. Mai departe, lucrurile au coincis atât de bine, încât în policlinică de 2 ani era post vacant pentru specializarea sa, iar Nicolae își dorea să muncească. Если честно, я и не думал, что такое распоряжение есть. Очень хорошо приняли. Приняли сразу, фактически, без вопросов. Написал заявление, подал те документы, что были с собой. И все, слава богу, работаем. Ну, так как у меня диплом о высшем образовании молдавский, то тут особых проблем не возникло. Ну, вот за 2 недели мы 300 человек приняли. Нормальная работа, она везде работает. Больные, они и там были больные, и здесь больные. В принципе, патология практически та же самая. În Kiev au rămas rudele din partea soției, colegi și prieteni. Cel puțin o dată pe zi Nicolae vorbește cu ei pentru a se asigura că mai sunt în viață. Война – это всегда неправильно. Война начинается тогда, когда людям не хватает мозгов, не хватает интеллектуальных аргументов для того, чтобы подтвердить свою правоту. Война – это крайний способ решения проблем, и не самый лучший. Медицина, она должна быть вдалеке от политики. Мы лечим всех, вне зависимости их политических предпочтений и культуральных в том числе. Для доктора мне все равно. Украинец, русский, болгарин, ГГУС, молдаванин. Человек пришел страждущий, то есть ему надо помочь. Вне зависимости от того, каких политических взглядов он придерживается. И я не имею права высказывать свое политическое предпочтение. Для нашего учреждения, наверное, как и для многих учреждений нашей страны, одна из проблем – это нехватка врачебных кадров. Вот к нам обратились 2 доктора, беженцы из Украины. Это хирург Раковчин Николай Славович и врач-анестезиолог-реаниматолог Кристинков, фамилия его, Иван Васильевич, с просьбой, если есть возможность тут трудоустроиться в нашем учреждении. Конечно, мы с большой радостью подготовили документы. Оба работают уже у нас. Хирург Раковчин работает в консультативном отделении. У нас там была вообще вакантная ставка, и мы ощущали большие трудности с оказанием помощи консультативной больным хирургического профиля. А анестезиолог-реаниматолог работает у нас 1 апреля в нашем отделении анестезиологии реанимации. Potrivit Ministerului Sănătății, de la începutul războiului au fost eliberate 40 de avize de permisiune pentru angajarea lucrătorilor medicali refugiați din Ucraina în sistemul medical din Republica Moldova.